надо работать на зрителя. В каждом маленьком ребенке, и в мальчишке, и в девчонке есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило. По лицу роса, я к тебе босая, и слова бросаю по ветру. Когда песня вместе с исполнителем, вместе с музыкой и вместе со зрителями. Здравствуйте! Это кавер-шоу «Песня на песню», в котором музыканты встречаются не на сцене, а на ринге. 20 музыкальных команд, 10 жанров, 3 кавер-раунда. Музыкальные эксперименты и новая трактовка песен – главное оружие участников шоу. Каждый выпуск посвящен определенному жанру – от фолка до диско. С 24 октября по 26 декабря по субботам в 19:00 на телеканале «Продвижение в Омске» следите за нашим музыкальным батлом. Победителей оценивают независимое жюри. Лучшие кавер-версии от победителей мы услышим на гала-концерте в январе 2021 года. История помнит немало крутых поворотов и событий, которые повлияли на лицо целой эпохи. Композитор Георг Пелецис назвал джаз главным музыкальным явлением 20 века. Действительно, сложно переоценить влияние этого жанра на дальнейший ход истории, и не только музыкальной. Образ музыки – жанр жизни. Сегодня джаз. Джаз – род музыкального искусства, сложившийся под влиянием африканских ритмов, европейской гармонии с привлечением элементов афроамериканского фольклора. Джаз начал свое зарождение в самом многонациональном городе 19 века – Новом Орлеане. В 1917 году записали первую джаз-пластинку – Original Dixieland Jazz Band. Так джаз стал захватывать мир и с тех пор пронизывает всю музыку 20 века. Постепенно акцент от оркестрового звучания джаза переходил к сольному звучанию, и на первый план стали выходить солисты и их уникальная манера. Теперь джаз — это около 30 разных направлений. Например, бибоп, кул-джаз, соул, свинг, диксиленд, эйсид-джаз. Самыми яркими представителями жанра стали Луи Армстронг, Фрэнк Синатра, Дизи Гиллеспи, Майлз Дэвис, Джо Кокер. Дамы и господа, представляем вам участников кавер-шоу «Песня на песню джаз» в синем углу ринга. Квартет Юрия Полякова и Анна Шинковая. В красном углу ринга «Манхэттен Джаз Бэнд». Предлагаю прямо сейчас познакомиться с нашими командами поближе. И для этого мы зададим им парочку каверзных вопросов. Да. Какими качествами должен обладать музыкант, чтобы играть настоящий джаз? Юрий Викторович. Чувство ритма, отличный слух и чувство полета во время импровизации. Никогда мне не играть джаз. Все, я в этот момент я это поняла. Есть что добавить? Конечно, чувство юмора, ответственность, вера в хорошее будущее, что все будет хорошо. Есть еще у нас один каверзный вопрос. Скажите, с чего нужно начинать слушать джаз? Каких исполнителей? Потому что говорят, что джаз — это совершенно элитарная, недоступная для простых обывателей музыка. Так с чего же начать? Она станет доступна, если ее слушать. А я начинал, например, с Эрла Гарнера, с Оскара Питерсона и с Дэйва Брубека. Все записали. Прекрасно. Будем слушать. Аня, скажешь, с кого надо начинать? Сколько вот у нас лет есть. Да, у нас есть эксперт. Аня, молодой. Сколько лет тебе? 6. А с чего ты начала слушать джаз? Элла. Элла Фицджеральд. Ну, потом. Вау, мне сейчас так стыдно стало. 6 лет. А еще кто? Фрэнк Синатра. Ну, в общем-то, мы с этого и начинали. Как я начинал, так и ребенок начинает, в общем-то. Какие подстили, жанры вы использовали при подготовке ваших кавер-версий? У нас все просто. Мы как бы придерживаемся такой мейнстрима, да. То есть у нас мы решили здесь не экспериментировать, а конкретно диксиленд, конкретно боссанова и конкретно свинг. То есть вот эти три кита, на которых, в общем-то, строится джаз и, в общем-то... В общем, учебник можно писать по вашему выступлению. В принципе, да. Поэтому, друзья, можно, я думаю, начинать. И нам понятно все про наши команды, что у нас в зале собрались профессионалы. Ну а мы готовы. Объявляется первый раунд. Советская песня.
песни эпохи СССР. Какие выбрать? Мы оставляли этот выбор за командами. Давайте слушать, что же получилось. На ринг приглашается квартет Юрия Полякова и Анна Шинковая. Марш из кинофильма «Веселые ребята», 1940 год. А Манхэттен Джаз Бэнд представляет нам песню «И вновь продолжается бой», 1974 года. Легко на сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда. И любят песню деревни и села, и любят песню большие города. Нам песня строить и жить помогает, она как друг и зовет, и ведет. И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Мы можем петь и смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда. Ведь мы такими родились на свете, что не сдаемся нигде и никогда. Нам песня строить и жить помогает, она как друг и зовет, и ведет. И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Хотите поменять жизнь? Начните с головы. Лаборатория перемен «Я за» всегда на яркой стороне. Мы благодарим стилистов нашего проекта, которые подчеркнули образы участников. Объявляется второй раунд. Детская песня. Команды исполнят кавер-версии популярных колыбельных детских песен из кино и мультфильмов. Квартет Юрия Полякова и Анны Шинковой исполнят песню «В каждом маленьком ребенке» из мультфильма «Обезьянки». Манхэттен Джаз Бэнд исполнит кавер-версию песни «Про умывание» из мультфильма «Маша и Медведь».
каждом маленьком ребенке, и в мальчишке, и в девчонке, есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило. Должен он туда напрягать, все хватать ногами, дрыгать, а иначе он взорвется, трах-бабах, и нет его. Каждый новенький ребенок вылезает из пеленок и теряется повсюду, и находится везде. Он всегда куда-то мчится, он ужасно огорчится, если что-нибудь на свете вдруг случится без него. Он всегда куда-то мчится, он ужасно огорчится, если что-нибудь на свете вдруг случится без него. Если прежде не умыть так аккуратно мордочка. Мамы учат мыть копытца непослушных поросят. Вот бегут они к корыцу, пятачки у них блестят. Надо знать, конечно, что полеют часто те, кто живет в грязи и пыли, кто забыл о чистоте. Мы с тобою все же люди, ведь не зря так говорят. Неужели мы же будем хуже поросят? Третий раунд «Хит». Команды представят каверы популярных русскоязычных песен последнего десятилетия. Квартет Юрия Полякова и Анна Шинкова исполнят кавер-версию песни «Валера» исполнительницы «Афродиты». Конечно, это будет посвящение фронтмену «Манхэттен Джаз Бэнд», нашему любимому Валерию Перминову. «Манхэттен Джаз Бэнд» исполнит песню «Босая» из репертуара группы «Две Маши». Mm-hmm.
много знаком, но я опять дрожу, как перед прыжком почему-то. Наверное, с парашютом. Бо-бо-бо-бо-бо-бо-бой. У меня растерянный вид, а у тебя в глазах как будто магнит притяжение. Отражение. Я к тебе босая, за тобой.
благодарим команды за 3 ярких раунда. А теперь слово жюри проекта. Представляем вам жюри кавер-шоу «Песня на песню». Дмитрий Янковский, солист проекта «Неоклассик», солист театра «Геликон опера», участник шоу «Голос». Александр Олешко, заслуженный артист России, актер театра и кино, телеведущий, певец. Григорий Гладков, советский российский бард, композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Андрей Маликов, музыкальный продюсер, директор группы «Мираж». В каждом маленьком ребенке есть вот то озорство, есть вот те яркие краски, которые нам были продемонстрированы во всем. И в образе, и в подаче, и в голосе, и в аранжировке. Есть жизнь. Точное найденное решение, когда песня вместе с исполнителем, вместе с музыкой и вместе со зрителями. Вот это называется находка. Здесь твердая пятерка, сразу запоминается все. Все очень правильно разложено по эмоциям, голосу, подаче. Здесь они меня покорили. Песенка про умывание. То, что там с ними исполняют эту песню. Во-первых, оригинальные костюмы. Великолепно красные тона. Вот, клетчатые ребята со всеми инструментами. То есть композиция, картинка играет. И плюс еще внедрение ребенка. Это прям сразу купила прям на все 100. Вы знаете, меня вот сломал немножко образ пионера, потому что, ну, я сам из этого поколения. И эту песню, в принципе, пели не пионеры. И, может быть, это такая стебовая манера у ребят, да, но мне кажется, здесь нужно было передать образ комсомольца. Надо работать на зрителя. Конечно, нужно отрываться. Я буду повторять это все время, как буду это видеть. Нельзя петь по тексту, нельзя петь по нотам, особенно когда, конечно, ты записываешь и участвуешь в каких-то конкурсах. Музыканты великолепные. Да. Вот, и в том, и в другом коллективе. Просто потрясающие. Они даже вот постепенно, они даже как бы начинают затмевать исполнителей. Победители кавер-шоу «Песня на песню джаз» становится Манхэттен Джаз Бэнд. Группа получает подарочный чек на 10 тысяч рублей, а также цветы от нашего цветочного партнера Флорадс. Ну а мы скрасим момент для команды «Квартет» Юрия Полякова и Анна Шинковая. Наш партнер «Русская пицца» дарит вам сертификат на вкуснейшую пиццу. А сейчас мы узнаем кавер-версию, на какую новогоднюю песню представит Манхэттен Джаз Бэнд на нашем гала-концерте, который состоится в январе 2021 года. Валера, удачи! И эта песня «Кабы не было зимы» в стиле джаз! Отличный выбор! А нашим зрителям мы предлагаем составить плейлист гала-концерта, проголосовав за наиболее понравившийся кавер этого выпуска в нашей группе ВКонтакте. Приходите на гала-концерт, который состоится в январе 2021 года. Все новости и бэкстейджи о подготовке проекта смотрите в нашем инстаграм-аккаунте. Новые эксперименты, новые жанры в кавер-шоу «Песня на песню». Ждем вас!